Волк! Волк! Да. Ой, слушай, мне сейчас даже сон такой приснился волшебный, о том, как я снова путешествую по вот этим вот чудесным краям, в которых ты побывал, вот в этом Крыму, вот на этой Камчатке. Сразу вспомнила эти времена чудесные, когда я тоже путешествовала. И, кстати, вот эти вот все места практически, про которые ты рассказывала, вот я там была. Ну да. Да, еще даже больше мест видела, чем ты. Ну да ладно, сейчас не об этом. Но самое главное, это то, что путешествия нас очень вдохновляют. Угу. Пусть даже вот в такие вот времена. Пусть даже воспоминания о них, пусть даже фотографии о них. Это очень-очень здорово. Вот слушай, так. Ну вот единственное только что. Угу. Ну вот сейчас карантин, сейчас вот путешествовать как-то вот... Не очень получается. Но ты к нам все-таки приехал. А у нас здесь, между прочим, домашний театр. Проект у нас здесь. И что нам с тобой делать? Тоже хочешь быть нашим артистом? Домовый театр? Ну да. Но... Я... Я хочу поведеть, я сам трохи кепским актором. Да ладно тебе! Нигде не пробовали, ані в жодному куку не будем школьним, театральним, ані, ну... Да не переживай ты, знаешь, домашний театр, он на то и домашний театр, что здесь совершенно не обязательно быть профессиональным артистом. Так? Ну, я, конечно, артистка народная и международная, ну, ты то но, так, но у тебя-то есть все шансы тоже стать известным артистом на всю страну или на две страны. Поэтому давай-ка мы попробуем, мы начнем с тренингов, мы будем созваниваться с нашими друзьями, с преподавателями, и, может быть, они нас чему-нибудь научат. Ну, тебя, конечно, в первую очередь. И ты станешь нашим артистом. Как тебе такая мысль? Ну, того еще не пробуваем. Давай, спробуем. Да-да-да, а для начала мы с тобой вместе прочитаем какое-нибудь интересное, серьезное, международное... Международное произведение. Верш. В стихах непременно. Да? Okay. Так, пойдем обсудим, что это может быть. Будем давай, шукать. Значит, подумаем. Это может быть какое-нибудь стихотворение про что-нибудь, вот, например, там, не знаю, что.